Экскурсия по местам не столь отдаленным продолжается. И сегодня я хочу поговорить о наркотиках. Следующая остановка после карантинного СИЗО – карантинный блок матросской тишины. Зачем? Потому что, как пояснили мне заговорческим тоном, это не медицинский карантин. Через него проходят все вновь прибывающие арестанты. Его назначают на неопределенный срок и завершают без предупреждения. Я пробыл на карантине 10 дней. Почти все мои соседи по карантину попали в тюрьму с народной 228 статьей. Наказание по четвертой части до 20 лет строгого режима. Некоторым из них еще 20 не исполнилось. Как любят шутить здесь, лучше бы человека съел, меньше бы дали. Хотя смешного мало. Пока афганский героин беспрепятственно поступает в Россию тоннами, а аргентинский кокаин доставляется дипломатическим бортом, ребята получают двузначные сроки за несколько пакетиков травы, которую давно пора декриминализовать. Нет, наркотики – это, конечно, плохо. Сам не употребляю и вам не советую. Но столь массовое попадание в тюрьмы на длительные сроки наркоманов, не склонных к насилию и криминалу молодых людей – социальное зло, страшнее любых наркотиков. Я, в общем-то, и раньше был в этом убежден, но теперь нашел подтверждение, увидев все изнутри собственными глазами. Кем эти ребята выйдут на свободу? Какие навыки приобретут? Какие ценности вынесут? Какими знакомствами обзаведутся? Хотя, справедливости ради, тюремные знакомства – это не всегда плохо. Я, например, полтора года назад нашел близкого друга в изоляторе Сахарова. Впрочем, это уже совсем другая история. 8 июля, 22 год, Москва, Матроска, Дима.